Кировский фольклорный коллектив «Слобода» вернулся с международного фестиваля «Саммерфест». Он проходил в Венгрии. Фестиваль собрал коллективы из 19 стран мира. Своими впечатлениями кировские артисты поделились с Анастасией Войнолович. Фестиваль проходил сразу в трех городах близ Будапешта. Россию на нем представляли два коллектива – дагестанский и кировский. Создатели «Слободы» Ирина и Владимир Холманских говорят, что выступали каждый день. Для фестиваля они подготовили две программы – пятиминутную и получасовую – с песнями и танцами народов севера России. Приходилось, конечно, работать в тяжелых условиях, сразу скажу, потому что температура воздуха была 40-42 градуса. И здесь были и шествия, и были концерты. Но вечером, если для сравнения, было 28 градусов. Фестиваль проводился уже в 18-й раз. Был многочисленным по количеству и участников, и зрителей. Встречали хорошо. Каждый день фестиваля был наполнен событиями. Были площадки, где мы могли пообщаться со всеми желающими, с участниками коллективов, и с жителями этого города, когда мы могли показать свои танцевальные, так сказать, шаги, танцевальные па. То есть, чтобы попробовать, я бы могла попробовать, как венгерский танец, что они там ногами делают, там греческий, там, то есть всех коллективов. Хочу, иду и пробую. И, в общем-то, на мой взгляд, получилось это здорово, зажигательно. Ребята наши не простаивали, буквально они попробовали все. Попробовали все, пот по спине просто градом вот так бежал. Но до конца там выстояли. И это, правда, очень большой, сильный, объединяющий момент. Участницу «Слободы» Наталью Исупову часто называют дочкой Холманских. Она уже привыкла, да и Ирина с Владимиром тоже. Наталья рассказывает, что самыми запоминающимися моментами стали три события фестиваля. Первое – открытие, знакомство с другими коллективами на речной прогулке по Дунаю. А также… Когда мы на открытии стояли под гимн своей России, своей страны. Вот тоже такое яркое впечатление. Ну и, естественно, это уже в конце. Такая немножко нотка грусти была, когда мы садили дерево дружбы. Уже все заканчивался фестиваль. Трудно передать всю полноту впечатлений участников от фестиваля. Запомнилась в Венгрии и Слобода. Теперь своим творчеством артисты продолжат радовать кировчан. Анастасия Войнолович, Денис Тружков, «Вести», Кировская область.